Привет, ребята! Сегодня мы с вами будем обсуждать, как по-английски задать такой повседневный вопрос, как «Все в силе?». Кстати, в конце видео вас ждет тест, поэтому если вы хотите закрепить эту фразу в памяти, обязательно его пройдите. Приятного просмотра! Итак, вопрос «Все еще в силе?» по-английски звучит как «Are we still on?» Are we still on? Где still — это по-прежнему, все еще. А выражение be on означает быть запланированным. Таким образом, дословно можно перевести как «мы все еще запланированы». После этой фразы обязательно нужно уточнить, о чем идет речь, предварительно добавив предлог for. Например, are we still on for lunch? Обед все еще в силе? Are we still on for lunch? Давайте проговорим этот пример вместе. Are we still on for lunch? Are we still on for lunch? Отлично. Как вы спросите, обед все еще в силе? Отлично. Are we still on for lunch? Are we still on for lunch? Еще один пример. Are we still on for tonight? Are we still on for tonight? So, are we still on for tonight? Как бы вы перевели этот пример на русский? Правильно. Сегодня вечером все в силе, то есть то, что запланировано на сегодняшний вечер в силе. So, are we still on for tonight? Теперь давайте посмотрим несколько примеров из фильмов. Oh, hey, Richie. Are we still on for the music concert this weekend? Are we still on for the music concert this weekend? Наш поход на концерт в эти выходные все еще в силе? Говоря о концерте, персонаж использует артикль the, потому что имеет в виду определенные мероприятия, о котором знают оба собеседника. Are we still on for tomorrow night? Are we still on for tomorrow night? Завтра вечером у нас все в силе? We still on for golf next week? We still on for golf next week? Гольф на следующей неделе в силе? Вы заметили, что в последнем примере персонаж опустил слово are? We still on for golf next week? Это абсолютно нормальное явление в разговорной речи. Очень часто глагол to be в вопросительном предложении опускается. Обычно это происходит перед местоимениями you и we. Почему это происходит? Просто потому, что носителям так проще и быстрее говорить, а на смысл это никак не влияет. Вместо вопроса «Are you ready?» – «Вы готовы?» часто можно услышать просто «You ready?» или «We good?» – «У нас с тобой все в порядке?» – имеется в виду в отношениях. Вместо «Are we good?» Поэтому вы можете услышать не только «Are we still on for golf?», но еще и просто «We still on for golf?». Если вам интересно, когда еще носители опускают вспомогательные глаголы, напишите об этом в комментариях. А теперь, как я и обещала, небольшой тест для закрепления. Сейчас вы три раза увидите отрывок из фильма. Постарайтесь понять, что говорит персонаж и как перевести его слова на русский. Are we still on for dinner or do you have too much homework? Are we still on for dinner or do you have too much homework? Are we still on for dinner or do you have too much homework? Are we still on for dinner, or do you have too much homework? Ужин в силе или у тебя слишком много домашнего задания? Are we still on for dinner, or do you have too much homework? Как вы спросите? Поход в кино еще в силе? Are we still on for the movie? Are we still on for the movie? Are в начале предложения можно опустить. We still on for the movie? Как вы спросите, сегодня вечером все в силе или тебе нужно по делам? Отлично. Are we still on for tonight or do you have to run some errands? Are we still on for tonight or do you have to run some errands? Уверена, что вы отлично справились с заданиями, и на этом наш с вами урок подходит к концу. Большое спасибо за просмотр и успехов в изучении английского. До скорых встреч. Пока-пока!